Оль, я что-то не пойму, это она, не она. Да, Максим Константинович, она. Нам идти уже надо. Ну я пойду в обход тогда, все, давай. Да, Максим Константинович, ну что вы так эту собаку боитесь, а? Ой, тебе, конечно, легко говорить, от тебя курица гриль не пахнет. Все, я пошел, давай. Ну, от меня курица не пахнет, я и там пойду. Максим Константинович, прогуляемся. Там короче, Оль. Что хотел? Давай, короче, у меня к тебе бизнес-предложение. 50% с клиентов мои. С какого хуя? Ну, с каждого второго, ебать, получается. Пошел ты в жопу отсюда. Слышишь? Ты что-то опять придумал? Ух, быстро в отделение ушел. Да мясокомбинат, не мешай, я тут вообще-то бабки рублю. Как дам сейчас, а? Давай 30%. Иди нахрен отсюда. Какие 30%? Бегом, я тебе сказал, ушел отсюда. Давай, 10%, ни тебе, ни мне. Ты что, не понял, что ли, а? Я тебя застрелю сейчас, ты не уйдешь. Да, блядь, у меня шуба в кредит, как мне ее отбивать? Я таксовать вообще в этих говнодавах неудобно. Еще машин нету, блядь. Ну, быстро ушел отсюда. Пойдем, Люба, домой, зашла бегом. Смотрите, кого мы на районе встретили. Это Пашок, наш друг любимый. Какая сумка тяжелая, что несешь? Ну так это там плюшки, марки. Плюшки и марки. Представляете, человек на двух работах работает. И в пекарне, и на почте, да? Ну вы что несете? Вот покажите глаза свои, снимите очки. Может, и надо? Да покажи глаза, давай. Ну, краснющие же глаза. Конечно, краснющие, Оля, он работает на двух работах, он вообще не спит. Это ты выходишь в 6 вечера с работы, такая, с грустным лицом, а он, видишь, 24 часа и улыбается. Молодец, горжусь, пошел, давай. Ну, подозрительный он какой-то. Да, скажи, он еще наркоман у нас, да? Пошли, Пашка, горжусь. У нас в отделе, по мнению Максима Константиновича, дел вообще нет, поэтому сегодня у нас на районе проходит дегустация закусок. Это же очень важно. Опа, я лечу. Погнал. Грибами. Да. Вот. А я бутер. Погнали, дегустируем. Опа. Фу, Мне сюда несите. Но сразу вам говорю, лечо выбывает из конкурса закусок, 100%. Я тогда как занюхаю. Оль, вот нашел последний за гаражами. Давай, начинай. Мы сейчас будем проводить следственный эксперимент. Как раз в данное время года это очень актуально. Давай. На данной точке были зафиксированы случаи угона самокатов. Да, поэтому мы сегодня проводим операцию под кодовым названием. Вот одна нога тут, вторая вот здесь, чтобы не кувыркнуться с него нахрен. А в чем суть? Ну, нужно узнать, как можно далеко от точки на нем уехать. Поехали. Ну, немножечко тоже поддай, тяжелый же. Поехали, Оль. Да долго, что ли, нам еще ехать, а? Да ну сколько нам еще ехать-то, а? Да ну стойте! Все! Зарядка села, все! Видишь, куда можно уехать? Но это уже не наша область, это уже Рязанская начинается, так что это не наша юрисдикция. Все, поехали в отдел, поехали. Старые лохи! Но это же не наши сотрудники, это там рязанские сейчас. Вот вас одного вообще нельзя оставить. Максим Константинович, ну вы что, спите, что ли? Вставайте! Что случилось? Ну что вот у вас на спине такое? Что на спине? Ну, вставайте, снимайте, посмотрите. Что у меня на спине? Снимите. Дырка? Угу. Что на спине? Эх ты! Это что, малый бизнес вообще, что ли, обнаглел? Я им что, билборд? Дебил. Пошли, все, в отделение будем заявление на них писать. Эх ты! А где ботинки? Что за район у нас вообще, а? Мы сейчас будем накрывать подпольный бизнес. Он, кстати, реально подпольный. Ну что у нас снимается? Туда давайте, вот снимайте. Все, окей, let's go, погнали. Бегом сюда. Давай. А можно это, пепперони? 600 рублей. 600 рублей. Сейчас дам. На, держи. Иди сюда, быстро, я тебе сказал, а? Ты что здесь делаешь, а? Да чего пицца от черепашки? Я пи***ц похож. У тебя башка вообще что не работает, а? Да как вы там вообще готовитесь? Там же полная антисанитария.
Ну да, сплинтеров там на туре до хуя. Все, давай, поехали в отделение, вылазить. Ну погодь, мне там микроволновку надо забрать. Бегом, я тебе сказал, давай, микроволновку. Или возьмем одну попробовать. Так, кто так, идет... Простите, подождите. Вот просто придумал в Новый Таймс, подписчики все, не писали. Так, кто идос урубает, то штраф получает. Это правило просто. Никогда в своей жизни не забывайте. А не забывайте подписываться на наш телеграм-канал. Там много всего интересного. Ну, конечно же, подписывайтесь на этот канал. Пишите комментарии, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А также у меня на просторах интернета есть кулинарный канал, который называется «Максим Народный». Там я готовлю со звездами российского шоу-бизнеса. Даже вот соль по ДНГ готовил. Ну, типа она звезда. Вот, обязательно переходите по ссылке в описании, потому что там самые вкусные, самые душевные выпуски. Все, давайте. Часть тебе, говорится, ё-моё, погнал. Нового танца не будет 100%. Зимний.